Педагог начальных классов Развилковской школы Ирина Чугина на рождественских чтениях впервые. Приглашению была очень рада. Делится, что для нее это уникальная возможность почерпнуть новые знания, которыми сможет поделиться со своими учениками. Ведь религия, как ничто другое, способна сплачивать людей. Как никогда сейчас мы должны объединиться, мы должны нести и свою культуру, и наш народ должен, мы знаем, объединяется в едино. Эта работа обязательно должна быть. Рождественские чтения в Ленинском городском округе проходят уже в 21 раз. Мероприятие организовано видновским благочинием и при поддержке администрации муниципалитета. С приветственным словом к гостям и участникам обратилась заместитель главы Татьяна Квасникова. За годы развития рождественских чтений достигнуто очень тесное плодотворное сотрудничество между Русской православной церковью и системами образования, культуры, молодежной политики, развития системы волонтерского движения. Я думаю, что Ленинский городской округ очень счастливая территория. Мы вместе и в нашем таком единении рождаются новые замечательные проекты. А проектов за годы существования рождественских чтений родилось немало. Десятки образовательных, культурных и исторических мероприятий, где красной линией проходит тема патриотизма и любви к родине. Это очень здорово, когда ты видишь священнослужителей, которые несут нам вот этот свет, добро. Было очень приятно, когда я увидела, что они поют. Православие как неотъемлемая часть богатой истории и культурного наследия России. Вот о чем в этот день говорили участники образовательного проекта. Как сохранить и приумножить величайшие ценности великой страны. Передаю вам благословение управляющего Подольской епархии, архиепископа Подольского Люберецкого Аксия. И, как говорится у нас в народе, с Богом, Господи, благослови. На сцене выступали воспитанники детской школы искусств города Видное, вместе с тем и священнослужители. После торжественной части участники рождественских чтений еще долго общались в режиме открытого диалога. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.